находимся в Сиалиме, вот здесь вот. Чтобы выгнать нас отсюда. А, бомжары. Ну что у нас там? Ключи еще от байка, а они оказываются... Все время путаешь майку и футбол. Да, будет отличное завершение нашего путешествия до тюрьмы и обратно. Yes, yes. Вот этот напиток очень освежает. Это sweet lime soda. Если когда-то где-то заметите ее, увидите, попробуйте. Особенно, кстати, если будете рядом с фортом Агуада. Вот здесь вообще, на мой взгляд, она самая классная. В обратном пути от fresh lime soda заметили такую церковь. Нам кажется, что там хороший вид. Но здесь, правда, ворота с сигнализацией. Ого! Написано там на входе, что снимать нельзя. Holy place. Ну, святое место. Но я думаю, что это в церкви нельзя, наверное. Здесь-то почему бы и нет. Так, бежим-ка в зорке быстрее. Я уже слышу какие-то звуки. Как будто бы кто-то стремится к нам, чтобы выгнать нас отсюда. Но я успею. Интересно, вроде, кстати, католическая церковь, а около свастики на воротах, как будто из индуизма. О, да, кстати, вид отсюда достаточно интересный. Там кусочек лакшери отеля. Там тоже. Стоит такая содовая всего 30 рублей. Может быть, 40. Когда мы ехали за ней, то думали, что она подорожала и, наверное, стоит уже 40. Но бабушка окинула нас таким деловым взглядом, сразу же такая: «А, бомжары, за 30!» И отдала нам ее за 30 рублей. Стручок, что ли, акации или что это? Дерево на акацию похоже. А это его плод. Огромный деревянный стручок. Видимо, внутри были семена, но кто-то их уже съел. Блин, хожу по всем карманам, сумкам. Ключи ищу от байка, а они, оказывается, вон. Как были в зажигании, так их там и оставил. Иногда такое бывает, но пока что ни к чему плачевному это ни разу в Гуа не приводило. Обгорел. Ну, это я вот забыл намазаться солнцезащитным кремом и не надел майку, а надел футболку. Ой, не надел... Все время путаешь майку и футболку. Да, это очень сложно. А что там, пузыри реально прям, да? Да. Фу. Только сегодня всего заснял, что я даже не знаю, как это все буду разбирать. А сейчас мы заехали в Нафтару, это заведение, которое специализируется на традиционной индийской кухне. И хотим с Юлей скушать по масала досу. Это будет отличное завершение нашего путешествия до тюрьмы и обратно. Это вот ценнички в меню в Нафтаре, актуальные на 31 января 2022 года.
Но я могу сказать, что за последние 2 года они, по-моему, и не поменялись, как мне кажется. Тут же сзади карта с расположениями их заведений. Мы на данный момент находимся в Сиалиме, вот здесь вот. Вот уже и принесли нам ее. Вместе с соусом. What name of this gravy? Sambar. Sambar? Thank you. You chutney. And chutney. Thank you. Вот так вот выглядит этот блинчик. Смотрите, это просто на такой плоской сковороде распеченное тесто. Его готовят с помощью специальной палочки. А внутри начинка из картошечки. Так, возможно туда заглянуть? Да, вон она там лежит. Классная штука, в этом сезоне мы еще и не ели. Юля, ты рада? Plain soda. Plain soda for me. You? Sweet lamb soda. Yes. Thank you. Это что такое вообще? Космошлем какой-то. У меня в обычной соде даже вишенка есть там. Плавает он внутри. Правда, Юля говорит, что это крышка от бутылки. Но я свято верю, что это вишенка. Вот допьем и посмотрим. Вот так вот она обламывается. Макается в подливку. Подливка немножко острая, но в меру. А чатни? Чатни не острый. Чатни, если я правильно понимаю, это кокосовый, да? Да. Кокосовая подлива. Вот это прям огонь. Нет, не огонь. Оно же не острое. Ну, вкусно. Да, классно, супер. Мы, кстати, перепутали. Вишенка плавала, на самом деле, у Юли. Так что теперь я склонен думать, что это все-таки пробка. На будущее, кстати, когда поедете в Индию, зайдете в местный ресторан, не удивляйтесь, если где-нибудь поодаль от вас стоит официант и с любопытством вас разглядывает вот так вот в упор. Это нормальное явление на самом деле, не обижайтесь, просто мы какой-никакой интерес у них вызываем, им любопытно посмотреть, как европейский человек кушает. Ну что у нас там в итоге? Вишенка? Да. Действительно. И, кстати, будьте аккуратны с такими вишенками, потому что внутри косточка. Так что это настоящая вишня.